Громкая слава осетин не произвела на челнинцев должного впечатления. Игра чаще проходила у ворот гостей и иногда лишь случайно спасала спартаковцев от гола. Штрафной. И Тропонец слишком сильно закрутил мяч. КамАЗ продолжает атаковать. На этот раз Миленин с подачи Каратаева бьет по воротам, но попадает в Хапова. Газаев становится в излюбленную позицию бровки, а вот Хапов неизвестно где. Евдокимов забивает с какого-то фантастического угла. На 59-й минуте спартаковцы перешли в наступление. Яновский прошел по левому флангу и навесил. Мяч долго прыгал перед воротами, пока его не накрыл Захарчук. Счет 1-0 сохранился до конца игры, а владикавказская традиция проигрывать в Челнах до следующего года.